Некоторые люди говорят, что сделали для нас правители? Ну где правители арабов? Где арабский мир? Где это? Что для нас сделали ученые? Что ты хочешь от них? Повай же на живого, который не умирает. И после того, как происходит нечто благое, проявляй благодарность сердцем, языком и деяниями органов. Ты трое из Бану Исраиль, потомков Исраиля. Аллах облагодетельствовал их. Первый и второй, они проявили куфр, то есть неблагодарность за блага, и сердцем, и языком, и органами. Вот слепой, как только к нему пришел этот нуждающийся, признал блага и своим сердцем, и своим языком, и деянием своих органов. Сказал, клянусь Аллахом, сегодня я не буду утруждать тебя ничем из того, что ты берешь ради Аллаха. Берешь ради Аллаха – бери. Благодарил сердцем, языком и деянием органов. Прошу Аллаха сделать меня и вас из числа благодарных.